В рамках проекта Росреестра «Земля для стройки» в регионе выявлено 2943 земельных участка и территорий общей площадью более 7 тысяч гектаров, которые имеют потенциал для жилищного строительства. Из них более 1500 гектаров для возведения многоквартирных домов и для индивидуального жилищного строительства более 5500 гектаров. Как отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, цитата, проект «Земля для стройки» помогает муниципалитетам повышать эффективность управления землями и наращивать объемы строительства. Это важные показатели, которые помогают формировать благоприятный инвестиционный климат. Напомню, благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева, по итогам 2023 года Свердловская область вдвое улучшила свои позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Конец цитаты. Земли под жилищную застройку расположены в 25 муниципальных округах, в том числе и в Новоуральске. К примеру, на окраине села Тарасково ведутся работы по строительству инфраструктуры для будущего коттеджного поселка. Здесь будут 43 участка для многодетных семей, военных и других категорий очередников. К ним уже подведены все необходимые коммуникации и электричество. Сейчас идет строительство дороги. Как отметил руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш, для формирования комфортной городской среды и создания современного облика населенных пунктов необходимо вовлекать в оборот заброшенные и неиспользуемые участки.